Друзья мои, у меня к вам просьба. Лет 10 назад давал я интервью в связи с выходом двух моих книг на китайском языке. «Здоровье ребенка» на китайском и ОРЗ на китайском. Тогда вот в этом интервью появилась примерно вот такая фотография, вот где доктор Комаровский показывал свои две книжки на китайском. Вот вы можете увидеть эту фотографию. Так вот, сейчас появилась новая версия этих фотографий, которую всякие бандиты от рекламного бизнеса используют для того, чтобы продать всякую дрянь. У меня к вам большая просьба, помогите мне ради бога, потому что, ну, замучился я уже отвечать на вопросы, что я не имею ко всему этому никакого отношения. Когда вы в Инстаграме или в Фейсбуке, у вас всплывет вот эта вот реклама, я вас очень прошу, во-первых, не верьте, и, во-вторых, пожалуйтесь, пожалуйста, на эту рекламу. Буду вам очень благодарны. Достали уже меня беспредельщики рекламного пространства. Всем спасибо, надеюсь на понимание.